Всем привет, дорогие друзья, канал Нового Дотолетти, меня зовут Денис. Сегодня сделаем обзорчик по автомобилю Лады Гранта в кузове седан. Автомобиль серебристого цвета 2022 года. Максималочка, люксовая комплектация с двигателем 1.6 90 лошадиных сил. Автомобиль идет с АБС с двумя подушками безопасности. То есть это автомобиль еще до антикризисных Грант. Он идет на литых дисках 15 дюйма. Молдинги присутствуют, окрашены в цвет кузова. Наружные зеркала также окрашены в цвет кузова с повторителем. Ручки дверей окрашены в цвет кузова. Противотуманные фары. Давайте по салону покажу. Здесь салон у нас люксовый. Водительское сиденье регулируется по высоте. 4 стеклоподъемника. Электропривод и обогрев наружных зеркал. Здесь также есть тканевая вставочка в дверях. Руль. Еще до антикризисный грант такого образца. Две вот подушки безопасности, то есть это водителя и пассажира. На торпедо также есть декоративная вставочка. Штатная аудиосистема. Собственно, климат-система. Обогрев лобового стекла. Тут обогрев у нас наружных зеркал и плюс заднего стекла. Так, подогрев передних сидений также присутствует. Круиз-контроль. В автомобиле будут также стоять упоры капота. Коврики, полностью весь комплект. Полностью весь салон и багажник. Цвет рислинг, серебристый металлик. Стоимость автомобиля, друзья, 940 тысяч. Это полностью вы забираете уже автомобиль на дисках, с упорами капота, с сеткой, защита радиаторной решетки стоит, коврики. В общем, люксовую машинку с климат-системой, с обогревом лобовухи, туманками. Если кто хочет немного подешевле, можно диски, допустим, снять, 15-дюймовый поставить на штамповку 14 размера, как они комплектуются заводом, то есть вот такой вот. Будет минус 20 тысяч. То есть 940 минус 20. Получается 920. 920 вы заберете уже максималочку Лада Гранта. Так что, дорогие друзья, контакты будут в описании. Вайбер, WhatsApp, Instagram, группа ВК. Заходите, пишите, бронируйте, забирайте серебристый металлик в люксовой комплектации. До новых встреч, друзья. Удачи вам. Всем пока.